Так, друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать в данном видео. С вами Евгений Вергус, и в этом видео я расскажу о кабинете партнера «Безумные партнерки», то есть проведу такой небольшой обзор. А в целом это видео открывает небольшую серию обучающих видео для новичков, которые еще не понимают, как работать с безумной партнеркой, как вообще работать с рекламными материалами, где искать свои партнерские ссылки, что такое вообще партнерский маркетинг и так далее. Да? То есть для новичков будет такая небольшая обучающая серия видеоуроков от меня лично. Я думаю, что эти уроки вам очень сильно помогут увеличить ваши продажи, либо сделать первые продажи, если вы еще не делали продажи. Ну что ж, давайте начнем с обзора. После того, как вы проходите регистрацию безумной партнерки, вы становитесь партнером, и у вас будет свой личный кабинет, который будет выглядеть вот таким образом. То есть, когда вы в него войдете, вы увидите вот такую страничку. Если этого не произойдет, достаточно нажать на сейф и, соответственно, нажать на кнопочку «Сводная». Это как бы первая вкладочка в вашем кабинете, в кабинете партнера, и она показывает, то есть, регистрацию рефералов, за сегодня, вчера, неделю, месяц и так далее. Заказы от рефералов, оплаты от рефералов, суммы, комиссии. То есть вторая часть, второй уровень, вот здесь указываются комиссии, если у вас проходят заказы по второму уровню. И, соответственно, здесь ниже будут также указаны ваши партнерские коды. Здесь будет у вас указан основной партнерский код. Остальные источники вам нужно будет добавлять. Если вы только пришли в партнерку, то вот этих вот источников у вас не будет, потому как это я сам добавлял. Как это делать, я покажу в другом видео, которое у нас будет называться «Как делать партнерские коды». То есть специально в отдельном видео мы разберем именно, как это делать для того, чтобы отслеживать источники трафика. Я думаю, с этим понятно. Теперь, что еще важно? Необходимо пробежаться по всем вот этим вот вкладочкам, изучить, что здесь написано, чтобы вы понимали, да, например, здесь указаны партнеры, здесь рекламные предложения, то есть нажимаем на рекламные предложения, и мы сразу же попадаем на страницу со всеми уже готовыми вашими партнерскими ссылками. Вот они здесь находятся, вот они во второй колоночке. В первой идут названия страниц, да, и соответственно во второй идут ваши уже готовые партнерские ссылки с вашим партнерским кодом. То есть если говорить о том, где брать партнерские ссылки, то они находятся в рекламных предложениях. Вот они здесь, да. Вот это выделяет все. Вот эта вторая колоночка вот называется на URL. Первые три ссылки, вот вы видите, да, они идут для привлечения партнера второго уровня. То есть это главная страница. Здесь видео, и здесь еще проводилась серия вебинаров с топами. Те, кто являлись топом безумной партнерки, они проводили обучающие вебинары для партнеров. Это тоже есть такая ссылочка на такую страничку. То есть первые три у нас идут на привлечение партнеров, а остальные вот эти вот все ниже, да, они идут уже на привлечение клиентов в бизнес-квест, в бизнес-игру, соответственно, в сам пиратский консалтинг. Для того, чтобы вы привлекали клиентов, и в дальнейшем, когда будут открыты продажи, вы смогли получить свою комиссию. Необходимо быть внимательным в том плане, что вот эта вот вкладочка «Рекламные предложения», здесь могут меняться ссылки, то есть могут добавляться страницы, могут удаляться. На момент просмотра данного видео, например, здесь может быть не 3 ссылки, а 4 или 2 или 1, я имею в виду, для привлечения партнера второго уровня. То есть вам нужно быть просто более внимательным, читать и, соответственно, смотреть, что вы рекламируете. Если вы прочитали, например, вот квест 02 эмоции «Выиграй Хаммер», то есть думаете, что это за страница, как ее посмотреть. Все очень просто. Копируем ссылку, копируем ее в браузер, нажимаем Enter и смотрим. Если вы, например, находитесь в Chrome, то можно либо скопировать, либо сразу перейти по адресу. Давайте перейдем и посмотрим. Вот такая страница. Если вы будете использовать вот эту ссылку, которую мы с вами скопировали, да, соответственно, будет у ваших клиентов открываться вот такая страница. Соответственно, теперь вы знаете, да, что конкретно вы можете рекламировать. И также с другими страницами. Просматриваете, делаете рекламное предложение на основе вот страницы, да, на которую мы перешли, и, соответственно, уже начинаем привлекать клиентов. То есть с этим понятно, да? Здесь у нас идут условия дальше, если мы пойдем с вами. Здесь
30% вы видите, да, идет вам комиссии и 5% со второго уровня. Здесь также можете почитать по комиссиям, здесь посмотреть по выплатам, здесь смотреть рефералов, здесь партнеров и здесь заказы, да. Ну, в принципе, рефералы и партнеры это как бы одинаковые ссылочки, поэтому нам важно смотреть заказы. Еще раз давайте вернемся, что нам важно. Сводная статистика в кабинете, где мы можем видеть наши основные регистрации. Рекламные предложения, где мы берем все свои основные партнерские ссылки. Как добавлять код и отслеживать каналы трафика, я расскажу позже. Вот здесь наши рекламные ссылки все есть. Здесь также есть еще кнопочка 2. Нажимаем, и там еще будут страницы. И, соответственно, заказы. Потом, когда у нас уже будут идти заказы, мы сможем пользоваться вот этой кнопочкой и смотреть, какие у нас заказы и какой статус. Кстати, сразу хочу сказать, чтобы вы понимали, есть такой статус отменен. Это не говорит о том, что это плохо. Это нормально. Как видите, у меня много таких заказов. И это нормально. Почему? Потому что люди выписывают заказ, например, на эмоциях и потом в дальнейшем не оплачивают. Либо это могут быть дубли. То есть человек может, например, с вебинара подписаться, потом со страницы с одной сделать заказ, потом с другой и так далее, да, когда идут продажи. Поэтому один человек может создавать несколько заказов. Поэтому этого бояться не нужно, что у вас будет такой статус. Это, в принципе, нормальное явление. И дальше мы идем по статусам, переходим, смотрим, здесь есть. Тоже видите, статус отменен, отменен, отменен. И пошли дальше еще статусы. Вот, например, новый, который только недавно появился, да, вот 4 марта, к примеру. Дальше идут статусы завершен, завершен. Те, которые завершен, это оплаченные. Видите, их тоже достаточно много. Так что все нормально, здесь в этом плане переживать не нужно. Все учитывается точно 100%. Вот видите, тоже их достаточно много завершенных заказов. Ну, это тестовые по нулям, а так в целом, вот видите, все заказы. То есть, нас интересуют эти основные вкладки. Также вы можете смотреть партнеров и так далее. Ну что ж, я думаю, с этим понятно. В следующем видео мы с вами разберем страницу с рекламными материалами. Это очень важно, и многие партнеры на это не обращают внимания. А на самом деле, вы можете на этой странице получить достаточно много полезнейшей информации. Ну что ж, в следующем видео я покажу, где искать эту страницу и что же на ней такого интересного. На этом все. Обзор кабинета закончен. Теперь вы знаете, как пользоваться вашим партнерским кабинетом, как использовать вот эти вкладочки, где брать свои рекламные, в рекламных предложениях, где брать свои партнерские ссылки, где смотреть за выплатами, рефералами, заказами и так далее. Встретимся в следующем видео.